это яблоня. Она на низком подвое. А у нее здесь, как всегда, болезни. Это, скорее всего, вот ветки. Туда утаскивают снегом весной вниз. И вот такие разломы наступают. Ну, вот это, скорее всего, морозобойно просто. И вот здесь тоже водощемление коры. Она не формированная совсем. И вот такой лес здесь. Вот здесь тоже загущенность. Ну, вот хотя бы пару веток вот здесь по центру надо вырезать. Вот. Вот это вот одна, она больная все равно. Вот она идет. Ну и вот здесь надо посмотреть тоже переплетение вот это. И вот это вот тоже в центре, она явно загущает.